Всем привет, дорогие друзья! Это 7 Days to Die, и мы продолжаем свое небольшое путешествие на северо-восток. В позапрошлой серии мы видели здесь указатель, но, как видим, здесь его кто-то уничтожил. Ну или разобрал, я не знаю. Может, кому-то он не понравился. Вот. Указывал он на восток. В принципе, мы туда сейчас и направляемся. Посмотреть, поискать, где находятся сейчас какие-нибудь постройки игроков. Пойдем по этой дороге, так как слева и справа от нас вода. Вот, может быть, на что-нибудь мы да наткнемся. Жалко, конечно, что уничтожили этот знак. В принципе, если можно было встретить... Так, уже что-то постройка какая-то. Встретить хозяина... Пора спрашивать, что именно оно означало. Так, и что это у нас здесь за постройка посреди дороги? Как бы защищенная со всех сторон, да? Так, ну давайте-ка мы проплывем ее с этой стороны. Да, даже под водой понаставили шипов. Защищались от зомби. Так, и с этой стороны тоже очень много кольев. Угу. Так, костер, и у нас там дверь, открытая дверь. Вот, надо попробовать туда попасть, посмотрим, что там внутри. Угу. Так, ну здесь в принципе понятно. Здесь, наверное, кто-то что-то сделал, наверное, своеобразную шахту, что ли. Шахту для добычи песка. В принципе, постройка-то примитивная. Шахту можно было бы и сделать. А, печка есть даже. Можно было сделать и без этого строения. Так, дверь тут у нас закрыта. В принципе, это ничего интересного. Скорее всего, это какой-то перевалочный пункт. Для сбора песка. Ладненько. Мы, наверное, пойдем дальше. Посмотрим, что у нас дальше по пути. Так, итак, я вижу тут белые деревья, которые для этого биома особенно не характерны. Скорее всего, здесь постройка. Да, вот здесь вот постройка. Построечка, построечка. И что у нас тут? Ага. Глубоко вниз. Скорее всего, это какой-то бункер. От зомби. Закрыто. Так, там у нас вроде какая-то тоже постройка. Ну ничего. Можно, в принципе, посмотреть. Нужно посмотреть, что к чему здесь у нас. Угу. Тоже такая небольшая постройка, скорее всего, бункер от зомби. Так, сейчас, чтобы не свалить. И... Оп, отлично. О, открыто. Так, дай-ка глянем, где у нас тут лестница. Лестница с нужной стороны. Сейчас можно вылезти без проблем. Ах, не люблю же я такие лестницы навесные. Так, здесь у нас... Ну, в принципе, чтобы не помереть с голодухи, немножко еды, немножко воды. Так, а тут что у нас? О! Ё-моё. Тут все из камня сделано. Так. Хорошо. Посмотрим, что там внизу. Да, глубокий спуск. Да, ну тут уже закрыто. В принципе, это понятно. Своеобразное убежище от зомби. Ё-моё. Кажется, спускался быстро, а подниматься-то очень долго. Где лестница-то? А, во, вот она. Все, вылазим отсюда-то. Ну его нафиг. Еще здесь останемся.
И мы будем держать свой путь на северо-восток. Посмотрим, какие постройки еще у нас там встретятся. Да, рассадил белых деревьев. У нас тут что, вода небольшая. Своеобразный маленький оазис. Так, и вот здесь у нас... А, ну это, наверное, скорее всего, туннель такой большой. Это как у меня, практически как у меня в доме. Понятно. Ладно, идем дальше. Залутаемся. А, ничего интересного. Построим парочку фреймов еще. Это ж надо наткнуться на такую построечку, а? Грандиозно, шикарно. Еще чуть-чуть. Еще. Во. Недурно. Недурно сделано. Надо как-то внутрь попасть. А как? Что там интересного? Интересно. Ё-моё, вот это мегаструктура, Diamond City. Хочу туда сходить на экскурсию. Как бы это мне так найти хозяина? Внутри все выглядит очень впечатляюще. Я думаю, у нас получится попасть внутрь. Ладно, давайте будем слазить. Блин, высота, конечно, приличная. Посмотрим здесь еще постройки рядом, которые... Я здесь видел две постройки. А тут шипов дофигища. Блин, понастраивали тут, понимаешь, ребята. Так, вон там какая-то построечка. И еще я видел, вон чуть-чуть левее. Скорее всего, пойду туда, которая слева. Да. Но глянем мимоходом, что у нас за это постройка. Азбука Морзе. А, как видим, тут люди отстраиваются. Ну, даже не обращая внимания на, скажем так, путешественников. Строит себе крепость. Ну, по виду, конечно, нет крепости, а там дальше что у него получится. Это будет интересно. Да, строит и строит. Майнкрафт в деле. Даже не обращает на нас внимания. Ну, PvE сервер. Никто никого не боится. Так, и что же у него тут в доме? Давайте-ка посмотрим. Ну, в принципе, это скромно. Скромно, но я так понимаю, что это временное его жилище. Так, еще наверх туда можно зайти. Так, надо перевязаться. Тут немножко на его колье попал. Немножко себе здоровье поубавил. Так, здесь у нас люки. Целых три штуки. Своеобразный выход. Ну, а человек весь в работе, строит. И днем, и ночью. Да. Так, а тут что у него? Так, лестница. Лестница с правильной стороны. А что, давайте посмотрим, что там. Так, ну, давай здесь. Так. Вот. А, у него тут целый этот самый проход, шахта. Ну, человек здесь, скорее всего, добывает ресурсы под землей. Так. О, интересно. О, неплохо. Так, а тут на что?
О, кирка. Я думаю, никто не возражать не будет, если я возьму кирку. Кто-то оттуда навернулся явно, с большой высоты. И у хозяина здесь небольшая плантация овощей и фруктов, так сказать. Ясно. Посмотрим, что в другой стороне. Как бы тут, блин, не заблудиться. Так, отсюда я пришел. Как бы не заблудиться. Ё-моё. Лабиринты. Лабиринты прям. Так, здесь. Ну, здесь, в принципе, та самая шахта. Наверное, где добывается ресурс. Но это, как всегда, у всех выживальщиков в Seven Days to Die. Так, а там я был? Вроде не был. Или я оттуда пришел? А, вот тут еще ниже есть. О! Ёлки-палки. А, вот тут вот большая комната, типа пещеры. Понятно, фреймами обставленная. Наверное, здесь что-то тоже будет интересное. Владельца. Да ё-моё, блин, так, такие длинные пещеры. Ну реально, реально, здесь можно заблудиться. Так, туда. Да, туда. Здесь, по-моему, выход. Так, здесь еще что-то. А, ну все правильно, я иду на выход. Слушай, я чуть сам не запутался. О, тут уже более пошире. Уголь. Слушай, а мне уголь нужен. Можно здесь немножко покопать? А, фигушки. Стоит climb block. Окей. Окей. Да. Ладно, надо отсюда выходить, в принципе. Так понятно, что строительство здесь дохренище. Пещеры здесь большие и просторные. Простирающиеся на километры. Еле-еле говорю. Ну, тут, в принципе, ничего особенного в печке пока не наварено. Ну-ка, давай-ка заглянем, что здесь. Ну, а здесь такая обзорная площадочка у нас. Так, вот Diamond City. Попробуем связаться с его владельцем. Может, сходим на экскурсию. Конечно, если он отзовется. Так. А, вот она. Это дырка, в которой выращиваются всякие растения. Ну-ка, надо будет взглянуть, идти посмотреть. Так, ну там еще одна печка. Ну, в принципе, все понятно. Все понятно. Два верстака для быстрого изготовления блоков. Нормально. Осторожненько. Здесь осторожненько. Так, и за мной учтительно закрыли дверь, чтобы я особо не шарился по дому. Хотя, конечно, ничего ценного там у него и не было. Все было зашарено. Да, навернуться сюда бы я бы не хотел. Так, хорошо. Так, у нас наступает ночь. Надо будет переждать ее у соседней постройки, которая, в принципе, расшарена для всех игроков. Так, где у нас эта постройка? Так, уже почти-то ночь, ё-моё. Давай, 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 давай. Вот она. Ну, в любом случае, хоть какая-то защита будет временная на ночь. Спасибо тому, кто это построил. Сюда зайдем. Так. Осторожненько перепрыгиваем. Все, залазим наверх. Так, зомбак. Че, зомбак меня учуял, что ли? Ну иди сюда, родимый. Я хоть посмотрю, как ты будешь брать штурмом эту крепость. Маленькую. Давай, мой маленький, на шипы. Ну. Давай, 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 давай. Ой, молодец, молодец. Оп! Ха! И в дырочку свалился. Молодец. Без проблем.
Так, ну что, здесь мне нужно будет сейчас костер небольшой развести. И будем дожидаться каких-нибудь вестей от владельца Diamond City. Мега-структуры, мега-постройки. Так. Хотя, конечно, я подозреваю, что, может быть, где-то здесь на сервере есть еще куда круче постройки. Наверное, одна из них это та, которая была в стриме, когда мы бегали. Так, я сейчас бегу к Diamond City, к этой постройке. Мне удалось выйти на связь с ее владельцем. Сейчас попробуем посмотреть, что же там внутри. Я в предвкушении. В любом случае, такая стена гигантская. Ну, скорее всего, внутри там тоже будет на что посмотреть. Так. Все, идем. Привет. Привет. Ого, вот это тоннель. Подход подземный. У нас здесь небольшое жилое помещение. Хоть и очень темно. Хорошо. Да, впечатляет. Это ж сколько ты строил все это, а? 4 месяца. 4 месяца? Вы только вдумайтесь, ребят. 4 месяца. Да. А почва тут вроде обыкновенная. Слушай, а вот на этой почве зомбаки не резаются? Нет. Там, где есть свет, они не резаются. А, в смысле свет? Ну вот от прожектора. Да, блин, ни за что бы не подумал, что так прожекторы так помогают. Ё-моё, это ж бочки с горючим-то, а? Слушай, у тебя тут взрывоопасно? Ну, я знаю. Если все это рванет, да тут, наверное, пол крыла у него разнесет. Я так думаю. Это у тебя тут своеобразный склад горюче-смазочных материалов? Ну, типа того. Это я вот сейчас построил. Да, конечно. Мега-структура. Здесь еще один мини-склад. Ну, я так понимаю, у тебя их здесь много. Ну да. Но тут, знаешь, явно так вот приложена такая, знаешь, как бы, я не знаю, рука архитектора. Тут типа сделан такой бедлам небольшой. Ну, вот это место строил не я, вот здесь вот внутри. Понятно.
Вот это все тут обставляли другие игроки, двое. Виталик, еще там как-то не помню. Ой, я там а вот это туннель 6,5 километров до их дома. Погоди, я возьму этот самый, отсоединю фонарик, чтобы ненароком никуда не шмальнуть. Слышал, да, что там туннель? Да. Это ты сказал, там туннель на 6 километров? 6,5. Ну да, понятно. Я просто сейчас на карту так глянул, это ж дофигище по расстоянию. Ну, явно на мотоциклах добираются, ребят. Это огород. Плантация, нет, это плантация. Ты этот самый, как его, барон, наркобарон. Да, конечно, и мы понастраивали. Ну, а здесь кофе. Это мой любимый напиток. Как в игре, так и в жизни. Здесь я пока еще не обустроил. Ну, это хорошо, ты знаешь, что когда еще не обустроено ничего. А то есть, знаешь, люди как обустроятся, уже все построят, а и уже теряют всякий интерес к игре. Ууу, ёлки-палки. А наверху что? Да, конечно. Ну-ка я пробегусь в ту сторону. Да, конечно, дофигища тут работы. Ой, к нам гости пожаловали. Сейчас снесут твой город. Я шучу, конечно. Да нет. Поверь мне, этот город выдержит любую орду. Слушай, а так вообще проблемы с зомбями были у тебя? Первое время, да. Начиналось все вот с этого центрального домика. Он был маленький. Я его потом обстраивал. Супер, не, конечно, да, это... Я тут просто путешествовал, пробегал, блин, наткнулся на вот эту здоровую твою постройку, думаю, не, ну, блин, посмотри, что внутри, все-таки интересно очень. Я еще начал строить, здесь была местность неровная, я ее разровнял внутри. Не, конечно, тут, да, все впечатляет. Ну-ка, сбегай-ка в ту сторону.
Это ж сколько у тебя ушло клайм-блоков, чтобы это все защитить своим клаймом? 22 здесь вроде стоит по всей территории. Ну, нормально, да. Учитывая то, что здесь такие блоки широкие, скажем так, по своему влиянию. Просто супер, конечно. Мегаструктура, офигеть. 4 месяца строить. И еще не закончен. А что ты еще планируешь? Ты имеешь в виду, вот здесь вот внутри что-то отстраивается или как бы выселить что-то? Ну, планирую все стены железом обшить полностью сверху донизу. Так что сейчас копать надо будет много. О, да. Тут у, в соседнем этом самом, короче говоря, строении есть, я не помню. Короче говоря, так там вообще вниз. Настолько уходит вниз шахты, что я не знаю. Я там походил, чуть не офигел. Да здесь в последнее время много новых стало играть. Недели 3-4 назад я здесь был вообще один. Ходил и бегал один. Ну да, ну да. Не, прикольно, конечно. Я представляю, блин, а что здесь будет, если ты сделаешь все это железом. И успеешь ли ты все это до 15-го патча? Да я особо не тороплюсь. Я играю редко. Да, редко, но метко. Время есть, зашел, поиграл, вышел. Тебе, может, что-то нужно? Ой, я даже не знаю. Слушай, а у тебя запчасти для калаша есть? Мне вот там одной запчасти я так не могу найти. Не, у меня для оружия вообще ничего нет. Мне самому дали. Скажи... я же никуда не хожу, а я просто сижу здесь, копаю. Ну, тогда, наверное, сверла для бура у тебя тоже нет. Есть. Есть лишнее, вон, блин. Буду благодарен. Только он спасибо. Не очень качественный. Да, неважно. Мне для моей маленькой коморки, ты знаешь, самый раз будет. Мне казалось, что киркой быстрее копать. Ну, фиг его знает. Я даже не знаю, ну, это смотря как копать. Если копать куда-то, то, конечно, быстрее с этим самым. А если делать рельеф и форму, конечно, киркой будет удобнее. Ну, в общем, понятненько. Спасибо за экскурсию. Впечатляет. Давай, я за тобой. Спасибо, что зашел. Ну, такое строение пройти мимо невозможно. Вот такая вот небольшая экскурсия у нас получилась в Diamond City. В принципе, постройка очень впечатляет. Я там, скорее всего, постройка это может на человек 20 даже. С учетом того, что там есть даже свои плантации. Ну что, спасибо тебе за бур, за экскурсию. Аллах Акбар, да. Всего доброго тебе, удачи. Надеюсь, здесь еще пробежать и посмотреть, может, ты здесь построишь из железа. Будет еще эпичнее. Давай, бывай. Стараюсь.
Итак, на этом у меня, наверное, все на сегодня. Скорее всего, это была предпоследняя серия. Последняя серия будет уже... следующая серия будет уже последней. Вот. С учетом того, что скоро должна уже выйти альфа 15. В любом случае, увидимся там. Будем играть по полной. Так, тут еще две какие-то постройки. Но тут они, скорее всего, постройки эти для выращивания овощей да фруктов. На этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем до скорого. Пока-пока. Ну, а я пока разберусь с этими идиотами. Один готов. Так, еще кто-то нарисовался.